Итак, внимание, интернет, внимание, подписчики, канал. С вами наш бокс. Всем знаменитый Иван Федорович Селиванов. Ну да. Мои все кентули здесь сидят. Молчат. Молчат. Вон у меня IT-бар. С вами Наиль Порошин. Значит, мужики, вот я не мог не снять этот сюжет, потому что сейчас подошел хозяин вот этих проводов. Ребята, вы не поверите. Провода только из магазина. Вот смотрите. Вот упаковка. Вот, Иван Федорович, покажите, пожалуйста, что тут написано. Вот. Сейчас я фокус вот так вот сфокусирую. PMC 7 мм, силикон. Made in Korea. Ну, мужики, Chevrolet Locetti. Locetti, да? Как-то так звучит. Ну да. Мужики, он жалобу у этого хозяина, он ушел, ему спешит. Жалобы на то, что провода стреляют, чихают, не едут и вообще. Ну, он новый, ребят, только что купленный, он не успели испачкаться. Иван Федорович, поставьте на 20-килоомную шкалу. На 20 килоом стоит, можешь снять. Сейчас, вот смотрите. Вот у нас идет смотрите. Короткое замыкание. Короткое, да. По нулям. Да. Эти барыши, помоги, пожалуйста. Мужики, теперь тут очень удобно все достается. Проверяю. Ребята, проверка. Вот я сейчас покажу, что я тут не фальсифицирую. Смотрите, мужики, ноль. Бесконечность. Бесконечность. То есть диэлектрик, не проводник. Следующий провод. Опять, уже мужики, самый. Единичка. Давай. Следующий снимаю. Ага, то же самое. Но после разбора мы еще. А вдруг у них нет контакта? Но да, мы еще проверим. Да, когда снимем резинки. Да. Все, мужики, то же самое. А вот теперь, значит, как товарищ слезно попросил, я говорю, ну сдай в магазин, не буду сдавать, у меня все равно нету. Сделайте нам из ваших проводов. Ребята, вот смотрите, у меня провода появились, слава богу, уходят на ура. Просто на ура уходят. Мужики, мы разобрали, Иван Федорович разобрал, значит, один провод. Ну, думаем, давайте посмотрим без наконечников, вот без от вот него этих вот. Наконечники идут. Итак, наблюдаем. Смотрим туда. Сопротивление. Смотрите, ноль. То есть замкнуто вот. Накоротко. Теперь то, что завернуто вот так, и сюда зажат концевичок. Мы берем за черную штуку. Здесь и здесь. И ну, здесь. За проводник, так сказать. Мужики. Нет ничего. Смотрим туда. Единичка. Как мужики, стояло, так и за... Он купил теперь их в магазине. Теперь мы их зачистили. А давайте, там тем а более вдруг сердцевинка там у нас тем более проведет. Нет. Если сердцевинка, это просто наполнить. Конечно. Ну, это... Типа, это нет, нет. Сердцевинка ну, то же идет самое. Только по резинке. Да. Здесь стекловолокно. Вот так вот, мужики, это фирменный магазин. Я не знаю, где он их покупал, но... Ну, не будем хаять да, кого-то. Да, не будем. Ну, как? Ну, ребят, ну вы хоть продавайте так за надписи, что ли, деньги платить. Человек понятно. Отдал там 700-800 рублей, ну, ни о чем и ни за что. Все, давайте опять прервемся. Так, мы со стороны наблюдаем, как Иван Федорович творит новые провода. Загибаем, провод стоит вниз, чтобы был контакт, то можно немножко промахнуться, стальные он получится очень, у нас раз и будет очень здесь, тяжело. Не будет контакта. Не, господа, это вот уже ребята, два провода готовы. Как Наиль Мухаммедович говорит, мужики, там еще и девчонки смотрят, оказывается. Нет, просто, чтобы было понятно, если взяли метражом, ну, чтобы было видно, как это все делается. Надо, конечно, Иван Федорович говорит, не было команды. Вот это. Вот надо хорошие сделать, чтобы сами обжимали плоскогубчики. Ну, вот, скажет, буду делать. Вот. Пока меня не трогают, я как вулкан молчу. О, все. Такая штучка.
Ну, в принципе, ребята, у кого руки с плеч растут, там, ну, элементарно все делать. Зачем? Напишите, сделайте заявочку на Эльмира Мухамедовича, он вам метражом пришлет. Многие так за делают. Недорого. И многие все. Конечно. Молодцы. Он же а потом мы учит. эту лачете мы обмерим всю. Посмотрим при этом прием. Результатик? Программ этих. Конечно, мы обязательно скажем, чтобы все там проверили. Навигаторы пусть включат, всякие регистраторы. Да, да, да. А то наводки там всякие будут. Всякая ерунда. Парень один сегодня пишет в, этом, вот. В комментариях. Говорит, нельзя ставить, говорит, это, провода, ну, вот эти вот с медными этими, с жилами на классической машине. На девятке, ты на что, это же опасно. Нет, это нельзя, говорит, вы что? Да. Я говорю, а как же в СССР? Вся страна, Союз Советский Социалистический. Был один общий провод. Да, да, один общий провод был. Жилы, казоны, все ходили с этими, на контактном зажигании, все ходили ну, пусть, может, такими проводами. Сережа что-нибудь еще скажет насчет этого. А я фамилию не называл, я промолчал. Вот видишь, не я это сказал, заметьте. Вот, ребят, ну просто вот как идет зажим, чтобы он туда въехал при снятии, чтобы не было... Вмялся в провод. Да, он за изоляцию держится. Вы смотрите, как мужики красиво, смотрите. Как будто бляха-муха-муха. Ну так, ручная работа. Эксклюзивная. Мужики, 4 провода. Готово. Эх, а сколько люди мучаются. Ну как купить новое, и оно не работает? Ну это вот это меня добивает, поражает. Ну как? Человек заплатил деньги, а оно ноль. Поставил, говорит, а она не завелась. Конечно. Не заведется. Ладно, чтобы врезаться в провод. Это никуда уже, чтобы не делось. Ребят, ну вот как-то так. И можно вот так обломанной свечечкой выставляем зазор до одевания. Вот так. Все. 4 провода. 4 провода. Иван Федорович, так, на стенд. Можем. На стенд. Как же ж, как же ж. Техконтроль-то. Техконтроль всегда. ОТК у нас на Эль Мухамедович. Если давай, где-то на, будет на костяк, стану. То это же будет... Не, ребята, это... Упасите Господь. Ну, так, серьезно. Первый проверяем. Мужики. По нулям. Ноль на выходе, 2 на входе. Дальше. Следующий день. Ноль. Так, здесь так отсвечивает. О, вот так вот. Ну, так держи. У вас же 2 руки, наверное, Фоминович. Слава Богу. Ноль. Ноль. Вот и капал один. Мужики, вот как-то так. Спасибо, Иван Федорович, за работу. За хорошую. Богу. Это... Всем без до новых встреч. До свидания, всего доброго. С вами был и мы, Иван Федорович. Если кто-то там будет на меня бухтеть, вот это... Сразу то предупреждаю. Нет, я предупреждаю. Вы перенесите 2 инсульта, а потом будете говорить, кто пьет, а кто не пьет. Вот так вот. Слышали? Смотрите меня, его ругают. Не позволь никому. Всем до новых встреч. До новых встреч, всего доброго. До новых роликов.